Сегодня у нас прошел круглый стол уполномоченного по правам человека Иркутской области Светланы Николаевны Семеновой. Я считаю, очень интересный, продуктивный разговор о правах спортсменов, о судьбе спортсменов после завершения спорта, в целом о развитии спорта, не только бокса, а о развитии спорта, и даже не только в Иркутской области, но и в стране. А если говорить о чемпионате России, это, конечно же, такое великое событие для Иркутской области. Что меня поражает, у нас даже в будние дни всегда полные трибуны. Это даже удивление для многих, кстати, да. Получилось, посмотрим, как дальше будет. Я думаю, на финале многие останутся за пределами Дворца спорта. Не всех желающих, к сожалению, сможет вместить наш Дворец спорта. И я думаю, что проведение таких именно крупных мероприятий, это просто, само собой разумеется, что окажет большое влияние на развитие данного вида спорта. И, я думаю, даже и других видов спорта. То есть все равно народ по прошествии таких мероприятий обращает внимание на развитие физической культуры, на вовлеченность именно физической культуры и спорта. Так что здесь большое спасибо за доверие Федерации Всероссийской, что в Иркутской области проходит такое мероприятие, тем более с привлечением наших знаменитых спортсменов, которые у нас не только в Иркутске, но и по области. У нас осуществляют свои поездки, где встречаются у нас как раз именно с детьми, с молодежью. И надеемся, что количество занимающихся у нас увеличится существенно. Для нас сегодня было такое мероприятие на самом деле необычное. Почему? Потому что мы в рамках национального чемпионата по боксу встречались, во-первых, с людьми, которые этот вид спорта прославляют, во-вторых, генеральный секретарь федерации. Вообще инициаторами этой темы была наша федерация бокса по Иркутской области. Они нам сказали: Светлана Николаевна, не хотите ли вы обсудить на вашей площадке, поговорить о правах спортсменов? Мы говорим: в целом, они говорят, в том числе боксеров. Мы говорим: хотим. И мне кажется, сегодня дискуссия получилась интересная, потому что она на самом деле задела проблемы не только в сфере бокса, а вообще в целом о спортсменах, об их будущем, об их настоящем, в том числе о наших малышах, которые хотят быть профессиональными спортсменами. Мне кажется, очень важно, начиная от инициирования и реализации программы «Земский тренер», а для нашей области это очень актуально, заканчивая дисбалансом в оплате врачам одной и той же специальности, но в государственных учреждениях одного и того же вида, по сути, но тех, кто работает на спорт, и тех, кто работает просто на население. И это хорошо, то есть каждый из нас услышал то, что должен услышать, и все это, может быть, повлияет на решение и общих вопросов, и индивидуальных.